всем добрый день, потому что уже у нас не утро, я иду на обед. Сегодня пятница, работаю целый день, то есть утром и вечером. И идем домой. Ветер какой-то прям такой хороший, ветерок. Но море спокойное, хотя оно мне по барабану, потому что, блин, крутит меня, заматывает. Потому что мы работаем. Начали работаем. Тут ты тоже работаешь. Ой, я сегодня так напугалась на работе. Здесь очень много, знаете, как они называются-то, господи, которые такие млекопитающие, которые хвост отбрасывают. Не помню, как называется. И вот на работе у меня один, представляете, прям внутрь, откуда он взялся. Слышите, как ругаются? Ой, ехает, ругается. И вот на работе мне, я чуть его рукой не схватила. Я таких животных вообще не прям, у меня паника на них. Чуть не умерла, у меня клиенты были. Хорошо еще ума хватило, знаете, не завизжать. Ой, я там чуть не обделалась. Ну, не отслив. Ой, вот сейчас она у меня где-то внутри, представляете? Это зараза, как же он называется, не помню. И вот, что теперь, как его оттуда? Я не знаю, куда он, откуда взялся. Двери закрыты были, или днем зашел. Все, хрен его знает, но он где-то внутри. И меня это раздражает. Смотрите, вот тут было, машина парковалась прекрасно. Никому не мешало, взяли, поставили два столба, чтобы не парковались. Странные люди какие-то. И все на горочку. Пойдем сейчас море посмотрим. Кранчик такой. Водичку попить, кто хочет. И на море посмотрим. Ветерок хороший прям. Лавочка, у нас так раньше лавочки не было. Вот смотрите. Не, нормальное море. Нет ни шторма, ничего. Пятница уже, и народ сидит. Ну да, время обеденное. Шикардос. Вот так. Инжир. Ой, теперь поедем ням-нямкать. Я там вчера уже сварила фасоль стручковую, отварила. Сейчас приду просто ее. В общем, увидите, как сделаю. В общем, порезала чесночок. Обжариваю его. Он, вернее, уже обжарился, видите? Главное, чтобы не сгорел. Горелый чеснок – это горький чеснок. И высыпаем фасоль. И вот так ее тоже обжариваем немного. И в конце кидаем хамончик. А там у меня обжариваются палочки. Ну вот, обжариваем. Немножко совсем. Фасоль почти уже разогрелась, даже, а не поджарилась. И добавляю хамон такой вот и выключаю. Хамон можно ветчиной заменить спокойно. А вот мой обед готов. Яйцо еще себе пожарила. А это на десерт. Манго спелое, сочное, вкусное. Я уже, знаете, жду не дожду манго, чтобы поесть. Хотя фасоль я тоже очень люблю. Я сейчас сериал смотрю. Кстати, посмотрела корейский сериал. Вот этот вот «Императрица Ким». Очень понравилось. Искала я что-то наподобие корейского. И что-то ничего не нашла. Ничего мне больше не понравилось. Начинала пару сериалов смотреть, но они мне не пошли. Сейчас я смотрю сериал, который называется «Ветреный». Не «Ветреный» или «Ветреный». «Ветреный». Да не, он вроде не «Ветреный», наоборот, назывался. Ветреный, да, ветреный, турецкий сериал. Мне понравился, прям его смотрю с удовольствием. Но надоело лежать, смотреть. Хочу вот эти пледы и вот это одеяло с маленькой кровати убрать вон туда. И пропылесосить, потому что везде вижу волос вот этого чудовища. Везде этот волос. И достать пылесос. Робот, который вон там застрял.
Точнее, у него же, наверное, закончились батарейки. Вот, этим и займемся. Сначала полезу за пылесосом. Вот и все. Пропылесосила. Пятиминутное дело. Вы знаете, не так много пыли, потому что пылесосит каждый день почти что. Ну, не почти что, робот-то работает тоже. Но из-за шерсти вот этого он у меня линяет каждый божий день. Он любит сейчас лежать вот на этом коврике. Он же у меня голубых кровей, он на полу-то вот так вот, как все собаки, не разляживается. Ну, вы поняли. В общем, когда ему жарко, все собаки же на пол идут. Нет, он идет на пол, но только на коврике. Вот. А я себе чай сделала вкусный. Черный с иван-чаем и что-то там еще. Апельсиновые какие-то шкурки, что ли. И буду отдыхать свой обеденный перерыв. Так, и смотреть сериальчик. Так что посоветуйте еще какой-нибудь корейский сериал. Дорому. Прям понравилось. Но не могу найти какой интересный. Там их столько. Я люблю какие-нибудь, знаете, исторические. Вот такие вот. Ну, типа императрицы Ки. Чем-то он мне напомнил... Великолепный век, турецкий сериал, блин, Хюррем Султан. Какой сериал, смотрела захлеб. И вот императрица Ки чем-то мне напомнила этот сериал. О, боже ты мой. Это мы там с подружкой общаемся. А где же он чихнул у меня? О, рядышком. Чай на всех, вот. И теперь вот не могу, ой, батарейка садится. Не могу найти другой. Кстати, этот ноутбук, здрасте. У него настроение сегодня с этой игрушкой играть. Хорошо держит батарею. Мне хватает, да, быстро заряжается и не разряжается долго. Ты моя рыба, что ли? Ты что ли играть будешь, да? Сегодня все клиентки с ним. И это, он им мячик приносит, а они такие, и поиграть? Я говорю, наверное, лучше не надо. Вот такая скотина у меня. Вот. Ой, ну ты на камеру, что ли? Я не пойму, или что? Или просто это, потому что любишь. Любит, наверное, потому что. Любит. Ой, да я тебя тоже люблю. Знаешь, как тебя люблю? Ой. Игрушка, давай. Ай. Это им с России привозили игрушку-то. С России подарок у него. Вот собаки даже с России подарки привозят. В общем, если есть интересные даромы, советуйте. Буду смотреть, потому что я 2 дня рылась, ничего не могла нарыть. Помыла всю вот эту вот мойку для голов, полы помыла тут себе. Туда тоже перешла на полы, тут помыла. В общем, сейчас эту там помою. Я приехала сегодня без Чарли, оставила его дома с мужем. Хочу опять поехать искупаться в море. Вот, ну и решила заодно... Сейчас после обеда народу очень мало в парикмахерской, потому что все на пляже, погода хорошая. Вот, и полы помыть решила. Ну и вот эту вот мойку головы, потому что тоже надо было ее помыть. Для нового жильца-то он там где-то живет, не знаю, где там он живет вообще. Ну страшно, блин, я вот все у меня открыто, думаю, вдруг убежит обратно. Будем надеяться. Ну, конечно, я снаружи, я мою уже, ну как мою, воду ношу оттуда у нас на площади. Есть такая колонка общадская, скажем так,
И вот я оттуда воду таскаю иногда, когда собак много написывают. Но смоют эти улицы, но редко. Кстати, в этот раз, по-моему, недавно совсем помыли, потому что чистый. А собаки метят, гады такие. Вот, и приходится... Потому что весь запах идет внутрь. Я не люблю, когда пахнет. Я люблю, чтобы пахло всегда вкусно. Не знаю, вот что-что, а пахнуть должно всегда вкусно. И вот ветерок дует такой хороший, обдувает, поэтому приятное с полезным. Вешалку эту никто не видит никогда. Вот, стоит вешалка, сумки все на пол бросают, а на полу, блин, там же волос. Я говорю, куда вы бросаете? Есть же вешалка. И то же самое зимой, когда много одежды, все кидают, куда них не попадя. Так, все, здесь чисто, пойдем туда мыть. Что-то, знаете, нет желания ехать на море. Я лучше машину поеду помою. Как вам такая идея? Потому что машина вообще пипец грязная. Танки грязи, конечно, не боятся, но... Но она вообще грязная. Я сзади даже и не вижу, что там, кто там едет. Хочу вам немножко вот так показать, как у нас тут мы ездим. Видите, все везде припарковано. Все везде узенько. Узенько, маленько. Где машинки стоят. В принципе, вы эту дорогу много раз видели. Вот. Решила, думала. Правда, нет никакого-то... Не сильно жарко, я не сильно поработала сегодня. Зато пару клиенток записались на следующую неделю. Иностранки какие-то. Одна на стрижку, другая на покраску. Поэтому, скажем так, день продуктивно все равно прошел. Ой, я не пристегнута. Это плохо. Сейчас, ладно, спущусь и пристегнусь. Вот понаставят гады. Прям... Прям хоть зеркало им снеси. Сейчас просто везде очень много народа на пляже, а я народ не люблю. Еще у нас эти праздники. В общем, смотрите, какой я бомбончик себе повесила. Чарли, когда сел вчера, он сел такой на переднее сиденье и увидел этот бомбончик. И пытался его как-то содрать, и пытался мордой до него дотянуться. Но он не понял, скажет, почему это висит, и не мне. Это как это так? Это же, по-моему, мое. Ну нет, ой, видите, вот там машины едут. Там тоже могут машины оттуда выехать. И вот так вот мы и разъезжаемся. Ой, одной рукой, конечно, не очень. Вот тут двухстороннее движение. Тут одна-то машина еле-еле умещается. Отсюда может машина выехать. В общем, везде машины могут выехать. Глаз да глаз. Ладно, едем машину мыть. Вот такая у меня бибика до, чтобы вы могли понять. Купила 7 штук на 5. Сейчас использую 2. Будем мыть мою красавицу. Смотрите, какая она грязная. А вот какая она чистенькая. Угу. Видите разницу? Видно же? Обтекает вся. Пылесосить не буду, пропылесошу через недельку. Смотрите, какая моя чистая. Даже меня видно. Hello. Ну что, едем домой. Ой, какая она чистая. Моя лапонька. Сейчас стеклышки помоем. Ой, помоем, зачем их мыть-то? Вот так, все, вот так, вот так. Ну, мы поехали. Перемыла всю посуду. Там у меня нормально. В общем, опять залюбила свой. Ой, все время прохожу в том зеркале, а я там в лючке хожу. В общем, залюбила свой фикус вот этот. У меня их было 3 деревца. Ой, это, походу, тоже... Залюбленный. По-моему, я их все залюбила. Смотрите. Перезаливаю. В общем, перезаливка.
Ой. А, подождите, это... Это что? Это вообще что-то было уже давно залюбленное, оказывается. Что, у меня только один, что ли, остался? Совсем один? А, ну да, он тут две этих. В общем, вот. Один остался. А, это я, наверное, знаете, убирала. Тоже вот такой вот залюбленный был, убирала, и он сломался. Ну, посмотрим, что с этим будет. Блин, ну как мне его? Я не знаю, как его поливать. Вроде смотрю, сухой, поливаю. Ой. Может быть, тогда лучше не долить, чем перелить, или как это вообще? Почему я их все... А зеркало? Почему я их все перелюбливаю? Заливаю и все. Не понимаю я, как мне их поливать надо. Ну да ладно. Ну, вот, думала две, а там оказывается один живой всего. Полюби меня такого. Этот вроде бы ничего, нормальный. Кто там? Папа поехал, да? Кто там? Кене? Чали? Ой, папа поехал. Видите, как у него машина скрипит? Что-то там какая-то деталь, надо ее. Он говорит, да, и так пойдет. Зато слышно, когда приезжает. Пойду монтировать сейчас. Ого. Это я вот про то, что мой Чарли любит лежать на полу, но не на полу. Так он спит. Он думает, что это его кровать там. А вообще я сегодня сейчас вот смонтировала влог, и знаете, что я поняла? У меня какой-то сегодня чистый день получился. Я в квартире убралась, я еще и потом полы помыла. На работе убралась, так я еще и машину помыла. Знаете, я даже не замечала этого. Вот сейчас монтирую, думаю, во, блин, я же все везде перебрала, перемыла. Вот как-то спонтанно все так получилось. Видимо, тому надо было быть. Вот, и буду уже сейчас с вами прощаться до завтра. Завтра у нас суббота. Я вообще сегодня хотела Чарли подстричь хвост. Но так как я его с собой не взяла на работу, у меня там есть ножницы старые, которыми я уже никого не стригу, естественно, я же не буду. Хотя ничего страшного, мой Чарли почище некоторых людей. Я вам как профессионал говорю. С опытом работы, ну вот уже 7-й год пошел, как я работаю. Вот, так что, но все равно у меня есть отдельные ножницы на этот случай. Может быть, завтра, если вспомню, конечно, то постригу ему хвост. Он когда идет по улице и боится, обычно у него хвост всегда задран, но когда он боится чего-то, то, естественно, собаки хвост опускают, и вот все подряд собирают там всякие листики и все подряд. И надо стричь. И вас расспрашивала, вы мне ответили, что да, надо подстричь. Так что подстригем, если я не забуду, конечно. А вы мне завтра напомните, пишите комментарии и говорите, Оксана, подстриги хвост. Потому что комментарии я все читаю, пишите. Отвечаю по вечерам в койке, когда спать охота. Знаете, у меня как в анекдоте, не в анекдоте, а в Фейсбуке, по-моему, вычитала. Лег сегодня пораньше, в 12 часов. До 3 часов утра радовался, что я лег так рано. Это вот про меня. Я ложусь в 12, у меня обязательно режим. Но это еще не значит, что я усну в 12. Я могу уснуть в 2, могу уснуть в 3, могу в 4 уснуть. Поэтому, знаете, за это время сколько мыслей всяких передумаешь. Вот. А если я встану и начну что-то там, или вот как телевизор смотреть, то я тогда вообще не усну. Поэтому что? Поэтому вот на ваши комментарии отвечаю, когда уже в койке лежу и готовлюсь ко сну. А с вами буду сейчас прощаться, как я уже сказала. Смотрю телек, посмотрела погоду. На севере там у них какие-то изменения будут, у них какие-то там дожди будут. Ну, а у нас на юге все без изменений. Прекрасная погода, 40 градусов, 38-36. Вот, так что лето, ах, лето! Лето красное, будь со мной. Какая у вас погода? Наладилась ли? А то я слышала, что тоже не ахти. Почему тоже? А потом, почему? Потому что на тех неделях тоже была плохая погода. Но у нас жарко. Я сегодня не искупалась в море, и я прям чувствую духоту. Знаете, пойду сейчас в душик. Хотя ноги мою
наверное, каждые полчаса. Шлангом. Так, классно. И потом хожу мокрыми, цокаю, цок-цок-цок-цок. Все, я как это, знаете, на пасашок, и могу наболтать минут 40 о всякой фигне. Вам это интересно? Нет, конечно. Всего-всего наилучшего и пока!